Доброе утро. Сегодня 22 сентября, 8 часов утра. И мы поспали, собрались и направляемся в сторону Швейцарии через горный перевал. До Швейцарии нам остается где-то 2-3 часа, смотря как мы будем ехать, где-то так. И потом мы получим смс-ку. Hello, you're in Switzerland and everything. Ладно, погнали. Погнали. Саша. Мы не лузеры. Мы не лузеры. Лузеры сидят дома. Что сказал? Лузеры. Мы находимся на середине перевала Италии-Швейцарии, вот этого горного хребта. 2000 метров над уровнем моря, и чувствуется вот горный холод здесь. Здесь нереально холодно. Справа от нас вы уже видите швейцарские Альпы. Чувствуется этот wild nature. Это очень здорово, потому что и деревья, и сами горы, и то, что на них до сих пор есть снег, понимаете? И туман, точнее облака, которые прерывают эти горы, хотя пики все равно видны. Это все нереально. Это все очень здорово. Пики? Пика. Пика дома. Пика дома. Швейцария — наша конечная точка. Так что мы не будем ехать дальше. Теперь только путь назад. Мы тут сейчас потусим пару дней и уже будем ехать обратно. Ну, мы рады, что мы все же доехали до Швейцарии, потому что по пути было много всяких препятствий. Трудностей, сложностей. Это было тяжело, но... Но мы здесь, да. А я? А? А я? Все, поехали, мне холодно. Сейчас заболею и умру. Я не могу в Швейцарии вас лузерами назвать. Это невозможно. Стоим в швейцарской пробке. Чего-чего, этого и не ожидал, что здесь будет. Мы собирались на большой мост, там, где он подвесной. Но туда серпантин и тоже огромные пробки, поэтому мы туда не поедем. Мы развернулись, едем в Интерлакен. И такие горы повсюду. Блин, пробка. Привет. И горячий шоколад у них очень вкусный. Швейцарский. Мы не попали на тот мост, который у нас был запланированный, но по дороге мы нашли другой мост. Длинный мост сквозь каньон. Сейчас мы идем туда. Что скажешь, Сач? Это одно из лучших чувств. Мы сейчас находимся на мосту подвесном сквозь каньон. Я не посмотрел, сколько на метров длиной, но... Ну, метров 150-200, наверное, прикиньте. И высота тоже метров, так, наверное, не знаю, 500. Так что и это очень круто. И он такой шатается чуть-чуть, и ты как пинчуга. Но очень классно. И виды вокруг офигенные. Что страшно. У тебя упало только что? Что? У тебя что-то упало? Нет, у меня ничего не упало. Да? Крышечка у меня здесь. Здесь все на месте. Нет, упало. Упало у тебя? Да. У тебя бленда упала? Да. Аня, у тебя упала бленда! Такая жара. Где-то 25 градусов, солнце жарит, ветра нету. Пока Швейцария радует. Уже почти 12 часов и... Не, классно, классно, классно. Сейчас мы находимся на берегу открытого бассейна. Но это скорее как какой-то пруд. И вокруг горы, и так спокойно. Чуть-чуть пахнет коровками, но это только еще больше дает духу. Очень классно, короче, очень атмосферно. Ты так прям вот так вот хочется лечь, так как будто как в раю. Мы идем купаться. Да сводит же. Ого. Ого, Саша, как босс. Саш, ты пес босс. Ну как водичка?
Серпантинчикс. Мы сейчас преодолевали серпантинскую дорогу, перевал Альпы. Я не знаю, что это. Очень жестко, конечно. Мандражировал. Но машина справилась, мы справились. Сейчас передышка вот с таким видоном. GoPro удаляет, но там какое-то горное озеро, оно молочного цвета, вообще такое бирюзово-молочного цвета. Повсюду горы. Там вон даже дамба есть, и вон дорога, вон, Анька. Вот мы и заехали в наш мини-городок. Вокруг нас скалы, как видите. И мы взяли кемпинг. Сегодня будем спать в палатке. Взяли кемпинг, он стоит, конечно, не забывайте, мы в Швейцарии. Он стоит 39 евро на троих, плюс палатка. И мы взяли интернет, ваучер за 3 евро на весь день. Ну, виды, конечно. Здесь душ-туалет, все дела. Вон там машина, потом покажу. И вот такие вот горы вокруг нас. Ну вот мы поставили нашу палатку, все закомплектовались. И сейчас вышли на небольшой хайк. Ну нельзя хайк, просто погуляем в окрестностях. Посмотрим, что здесь есть вокруг. Здесь такая красота, среди нас просто скалы. И уже шумит вода. Вот, сейчас покажем вам. Круто, круто, очень круто.